клевые, иногда даже безумные идеи проскакивали у ребят. Очень классно было окунуться в эту атмосферу с самого начала, да, принимать участие в становлении этих идей, в прописывании этих идей, в менторстве этих идей. У этого есть большое будущее. Я думаю, что таких мероприятий должно быть больше. За два дня здесь произошла, не побоюсь этого слова, магия. Приехали ребята из разных городов Украины, из больших, из маленьких, и они меняют города. With problem solving and with IT, there really are great solutions that are coming to solve real world problems. And I think this was a really important example of that. To think about how you can evolve into smarter cities, think about the future, don't stand still, and to combine very different fields together, people from IT, architects and so on. So yeah, it's a nice atmosphere. Второе, за такое короткое время точно можно найти друзей. Что может подтолкнуть наши города к таким изменениям?